получается история прошлого года, июля. Вот вы можете видеть. Рыбы курят. Мы вчера откачали со дна ил. Но это не очень помогло. Судя по состоянию пруда, вода мутная. Ну, понятно, ил мы подняли, не осела вся эта муть. И рыбы чувствуют себя не очень комфортно. Поэтому будем проводить июльское известкование пруда. Муж поехал за известью. Сейчас будем сыпать. Понятно, что пруд после этого будет выглядеть неэстетично. Но надо помочь рыбам. Потому что им явно не нравится. Вот посмотрите. Видите, плавают по поверхности. То есть, соответственно, состояние воды для них некомфортное. И надо эту ситуацию срочно исправлять. Ну, а пока просто посмотрите, как красиво. Как выглядят кувшинки, которые прям нимфеи из воды стоят стоймя. Кувшинкам-то хорошо, нимфеям питание полно в воде. Раз такое количество ила образовалось, посмотрите, какой рогоз роскошный. Вот. Растения чувствуют себя хорошо, что лишний раз свидетельствует о том, что рыбам не очень хорошо. То есть в воде большое количество растворенного азота, и рыбы испытывают дискомфорт. Будем исправлять эту ситуацию известкованием. Я сегодня развела немного, добавила в воду марганцовки. Вчера, когда ила откачивали, запах был ужасный просто. Вот. Выкачали мы, естественно, это посчитать невозможно, потому что идет с водой вместе. Ну, так на взгляд, чисто на вскидку. Бедер 5 чистого ила из зимовальной ямы откачали. Поэтому, ну, пруд маленький, маленький. Чем меньше пруд, тем больше требует заботы. Это как с аквариумами, та же история. Мне бы, конечно, хотелось иметь более просторный пруд, но, к сожалению, участок у нас маленький. Бог даст, если еще купим землю, то будем делать большой пруд. Полюбуйтесь просто этой красотой. Пока я не насыпала извести, пруд не стал белым. Вот такая красотища. Рогоз просто роскошный, широколистный. У него такие огромные эти камышины, сигары такие висят. Вот, полюбуйтесь на них. Красота какая. Роскошные прям. У тонколистного у него маленькие не видно. Вот там вот тоже они есть. Элегантные такие сигарки. Вот там вот цветет сусак. Сейчас я к нему подойду. Почему-то в этом году он не обильно цветет. Вот всего один цветочек. Вот он. Здесь уже забыла, как это растение. Стрелолист, что ли. Вот такие вот, вот у него маленькие цветочки. Ну, тоже симпатично выглядит. Нимфея куда-то желтая моя сгинула после пересадки. Цветут вот только остались такие розовые и белые. Жаль, конечно. Что поделаешь, видимо, тут пару ящиков у нас кои выкопали после пересадки, видимо, как раз выкопали желтые. Печально, но ничего с этим не поделаешь. Вот так вот у нас обещают сегодня грозу, розочка цветет, небо пасмурное и
парит, ужасно парит. А вот сейчас я вам тонкий рогоз покажу, тонколистный. Какие у него симпатяги. Такие маленькие, аккуратненькие, светленькие сигарки. А этот прям вот махина такая, такие огромные. В общем, да, пруд без заботы жить не может. Ему все время нужно внимание. Нужно что-то, помощь какая-то. Вот, кстати, воткнул циперус просто в кармашек. В этот самый щебенку. Прикольный. Он невысокий такой, но растет, развивается. Я большой циперус в этом году в пруд не стала опускать. И так места мало рыбам. В общем, вот так выглядит пруд. Прикольно. Нимфеи подняли кончики листьев такими чашами. Раньше такое, что-то за ними не замечала. Наверное, невнимательно смотрела раньше. Может, так они на погоду реагируют. Ну, интересно смотрится. Ну, в общем, жду мужа с известью. И будем известковать пруд. Видите, вода какая черная. Даже вот на мелике дна не видно. Это вчера вот мы подняли. Такой запах был отвратительный совершенно. Вот этот со дна просто... словами не описать. Выкачивали в грядке. Растения себя чувствуют хорошо. Вот вчера мы им накачали этого говнища, пардон. Вчера запах был вообще по всему саду просто. Как канализации. Ну, земля быстро забирает такие вещи, уже проверено годами. Поэтому сейчас уже нормально. Но у пруда чуть-чуть запах ощущается все равно. Все, ребята, пока на этом. Может быть, сниму известкованный пруд с белой водой. Показать вам, как это выглядит. Сам процесс известкования. Весной вот я известковала, снимала. Можете посмотреть. Перейти на канал и найти видео известкования пруда.